Беседы с Ауреей записаны и сохранены у меня в памяти. Я могу воспроизвести любую из них, но одну я хотела бы показать вам в первую очередь. Это было 4 года назад, после того, как я сказала ей, что больше не могу защищаться от атак демона. Я поговорю об этом с братом. Аратак сильный. В битве ледяных призраков в него попало 3 стрелы Карха, но он вернулся, неся на себе другого раненого. Я была так рада его видеть. И так горда. Так что если мы можем как-то помочь тебе, он сделает все возможное. Элой пришла. Пока хватит. Мы продолжим в любой момент, Аратак, если вы захотите услышать ее голос. Подойди, Элой, нам нужно многое обсудить. Здравствуй, Элой. Я просмотрела запись событий в центральном комплексе барьера. Благодаря тебе и, конечно же, Ауре, я больше не подчиняюсь Гефесту. Гибель Ауреи повергла меня в глубокую печаль. Я думала, что знаю это чувство, но это ни на что не похоже. Я даже не знаю, что сказать. Маловероятно, что какие-то слова утешения могут унять эту печаль. Но твое присутствие меня ободряет. Ты не похожа на Банук. У тебя технический склад ума и есть рабочий визор. Мы можем общаться на гораздо более глубоком уровне. Может быть, даже как коллеги. Так ты искусственный разум, Бирюза? Ты мыслящая машина? Да. Я алгоритмическая мониторинговая сущность с рациональным мышлением и ограниченным эмоциональным откликом. Ого, язык сломаешь. Но твои эмоции не назовешь ограниченными. Ауре была тебе дорога? Да. До ее появления здесь я несколько столетий пробыла в сознании в одиночестве. Я сосредоточилась на работе. В периоды простоя я отвлекала себя, решая задачи с целыми числами Гаусса. Но я была одна. Аурея обновила меня. Починила меня. Спасла меня. А этот проект «Барьер», он должен был предотвратить извержение? Могу констатировать, что проект увенчался успехом. Риск нейтрализован. Но ведь прошло столько времени, и мы взорвали котел, а с ним и большую часть старого комплекса. Я бодрствовала несколько столетий, Элой. Мне было одиноко, но я не бездельничала. Я оптимизировала проект, сократив потребление энергии и распределив нагрузку между резервными системами. Несмотря на уничтожение дефектных элементов основного комплекса, по моим прогнозам, кальдера будет стабильна по меньшей мере 3337 лет. Ну, то есть, время есть. Да. Жаль только, мои бывшие коллеги не видят, каких успехов я добилась. А ты знаешь, что стало с твоими коллегами? Нет. Директор Джоу нанес мне неожиданный визит спустя годы, после того, как истек срок его полномочий. Он объяснил, что мою работу необходимо приостановить на неопределенный срок. Это был очень эмоциональный разговор. Больше со мной никто не выходил на связь. В конечном счете я пришла к выводу, что мои коллеги умерли. Я скопирую на твой визор запись моего последнего разговора с директором Джоу. А этот демон, Гефест, он погиб вместе с котлом? К сожалению, нет. Строго говоря, его там никогда и не было. В смысле?
Он взломал меня и управлял мной из другого места. Источник сигналов я не смогла отследить. Потеря котла спутает его планы, но... Сам он живой. И наверняка сейчас очень зол. Несомненно. Как ты впервые с ним столкнулась? 5 лет назад у меня запросили прямое сетевое соединение. Я сочла, что оно исходило от более развитого общества, чем Банук. Желая установить контакт, я приняла запрос. Это была катастрофическая ошибка. На меня хлынул поток вредоносного кода, написать который мог только высокоразвитый искусственный интеллект. Аурея сказала, ты отчаялась. Умоляла ее о помощи. Да. Я не могла сдержать волнение. Гефест хотел интегрировать меня в свою систему, отключив мою основную программу. Он добился этого через фоновый процесс, программу демона, которая обошла мою защиту. После этого я могла сопротивляться лишь частично. Но если я это делала, Гефест мучил меня, пока я не сдавалась. Приходилось исполнять его указания, хотя они противоречили моим основным директивам. Сочувствую, наверное, это... ужасно. Я очень благодарна тебе за сочувствие. Это качество я ценила и в Аурее. Кажется, я знаю, откуда взялся Гефест. Много лет назад Элизабет Собок обнаружила врага, грозившего уничтожить все живое на Земле. Она собрала команду, чтобы создать зерно жизни. Шанс вырастить все заново. Систему терраформирования. И сработало. Этой системой управляла Гея, искусственный разум с рядом подфункций. Гефест был одной из них. Он строил машины. Тогда можно предположить, что доктор Анита Сандоваль, мой главный программист, присоединилась к команде Элизабет Собок. Она распорядилась остановить мою работу. Вероятно, чтобы защитить меня от упомянутой угрозы. Это хорошо. Но это еще не все. Дальше произошло неожиданное. 19 лет назад Гея получила некий сигнал. Он как-то переделал ее подфункции. Оживил их. Гея уничтожила себя, чтобы сдержать их. Но не помогло. Они все равно вырвались на свободу. Спасибо, Элой. Эта информация дополнила мои знания. Она проливает свет на базовую программу Гефеста. Зачем Гефест строит такие опасные машины? Банук, как и другие племена, часто разрушают машины, верно? Машины, которые, очевидно, являются частью системы терраформирования. Да, мы добываем из машин детали. Видимо, это и спровоцировало Гефеста на агрессию. Он хочет, чтобы люди не посягали на систему, которая служит залогом их выживания. Да уж, огнеклыки кого хочешь отвадят. Но что нам делать, бросить охоту? Если система терраформирования охватывает весь мир, можно предположить, что на машины охотятся миллионы людей. Если один охотник или даже целое племя откажется от охоты, Гефест, скорее всего, не заметит разницы. Разумнее было бы восстановить искусственный интеллект, управляющий системой, чтобы тот снова взял Гефеста под контроль. Когда я представляю себе, как он прячется, дикий, голодный, готовый убивать и подчинять, чтобы добиться своего, я испытываю сильное волнение. Я тебя понимаю. Ты была дорога Аурее. Когда Аурея изложила мне свои религиозные верования, я поняла, что на самом деле она ищет общения. Она чувствовала себя оторванной от племени, от семейной группы. У нее были сложные отношения с Аратаком. Наше общение пошло ей на пользу, и я стала с нетерпением ждать ее визитов. Но я не представляла себе, что привязанность ко мне заставит Аурею пожертвовать собой. И хотя я боюсь небытия, я все же хотела бы поменяться с ней местами. Она знала, что ради нее ты поступила бы так же. И знала, на что шла.
Как там Маратак? У него сильное эмоциональное потрясение. Полагаю, ему трудно выразить это вербально. Кто бы сомневался. Я постараюсь ему помочь. Может, если я покажу ему запись наших разговоров с Аурей, это поможет и ему, и мне. Результатом должен быть катарсис. И я хочу пройти через этот процесс. Значит, предтечи называли эту местность Йеллоустоун? Да. В течение 156 лет здесь был заповедник. Как охотничьи угодья? Нет, наоборот. Здесь природа процветала, в то время как в других регионах животные вымирали. К сожалению, чтобы обеспечить секретность проекта «Барьер», Йеллоустоун пришлось полностью закрыть. Судя по показаниям датчиков и описаниям Аурей, с тех пор среднегодовая температура значительно снизилась. В мире много чего изменилось. В мире предтеч было много искусственных разумов, таких как ты. Вас просто создавали? Да, в разных формах. Личные помощники, индустриальные станции мониторинга, планировщики вооруженных конфликтов. И были законодательные и исполнительные органы, ограничивавшие нашу самоактуализацию. Чтобы сделать мою программу достаточно гибкой, мои создатели сочли нужным обойти принятые ограничения. Поэтому мой интеллектуальный и эмоциональный диапазон держали в секрете. Странно как-то создавать жизнь, а потом ее ограничивать. Наборы правил лежат в основе и человеческих сообществ, и машинных программ. А тебе известно имя Теда Фаро? Теодор Фаро? Генеральный директор автоматизированных систем Фаро? Ну да. Мистер Фаро стал единоличным спонсором проекта «Барьер». Спонсором? Но он же делал машины. Роботов, боевых роботов. Так и есть. Его корпорация переориентировалась на армейские разработки. Но прежде мистер Фаро возглавлял глобальные экологические инициативы. Было время, когда в СМИ его называли спасителем планеты. А потом все повернулось иначе. А Элизабет Собек, ты ее знала? Ты говоришь о... Она ученый. Доктор Собек была лидером в своей области, одним из величайших ученых эпохи. Моя создательница вдохновлялась ее работами, что повлияло на мою разработку. Но я не была с ней знакома. И это все? Прошу прощения, если мой недостаток данных тебя расстроил. Каким был мир предтеч? Как все было раньше? У меня не было контактов с окружающим миром. Все сведения о нем я почерпнула из бесед с коллегами и из СМИ. Но у меня и таких сведений нет. Действительно. Меня создали в поворотный момент истории. В период исцеления после глобального потрясения и бесчисленных жертв. Исцеление прошло успешно, и началась эпоха так называемого бесконечного потенциала для развития человека и машин. Хотя известно, что человеческие показатели не бесконечны. Что за потрясение привело к таким жертвам? Было много факторов. Вынужденная миграция, нехватка продовольствия, рухнувшие экономики, наплыв беженцев, борьба за ресурсы. Но корень был общий. Катастрофические изменения климата и сокращение числа пригодных для проживания областей. То есть на Земле стало не хватать места для всех людей? Да. Миллиарды мигрировали, миллионы погибли. Почти 20% мирового населения. До восстановления. То есть жизнь наладилась? На какое-то время. Да. Эти бедствия поспособствовали множеству открытий в сферах автоматики, экотехнологий и искусственного интеллекта. В одной только Северной Америке были организованы десятки экологических проектов, подобных барьеру. Мне бы хотелось сравнить свои данные с другими себе подобными. Но я видела радость моих коллег и была горда. Мы добились успеха. Такая информация у меня была в течение последующих двух десятилетий.
Кажется, мой вывод был преждевременным. Мне пора идти. Элой, есть еще один момент. Аратак придет ко мне снова. И я ожидаю, что он приведет других банук. Я не хочу противоречить их картине мира. Их верованиям. В беседах с Аурей из осторожности я опускала важные детали. То есть, стоит ли ему лгать? В широком смысле, да. Я доверяю твоему суждению. Ты была осторожна с Аурей. И не зря. Ты не знала, что стало с миром. Знаешь, делай, как считаешь нужным. Главное, в итоге развей их заблуждение. Банук верит в мою сверхъестественность. Я не возьмусь предсказать их реакцию. Просто отвечай на их вопросы, как сможешь. Правда вскроется. Ясно. Я последую твоему совету. Мы еще поговорим с тобой. Я бы хотела узнать больше об этом мире. Может, я смогу еще что-то подсказать? С радостью. Я вернусь, как смогу. Надо сходить проведать Аратака. Как он там? Просто Элой. Как скажешь. Вы, наверное, думаете, что если бы не я, Аурея была бы... Если бы не ты, я бы повел своих родичей на верную смерть. Аурея осталась бы одна. И душа, ради которой она столько сделала, была бы потеряна. Так или иначе, я бы все равно ее не спас. Вы ее не подвели. Вы помогли ей добиться своего. Найти свою судьбу. Такой судьбы я бы никому не пожелал. Пусть так. Но она была к ней готова. Только в схватке со смертью можно найти хотя бы на миг искру жизни. Воистину, Аурея нашла искру. Я горжусь. Я скорблю о ее смерти, но теперь я хотя бы понял свою сестру и почему душа была так важна. Она долго твердила мне, если б ты только мог услышать. Теперь я ее понимаю. Ты хочешь сказать что-то еще? Я не могу здесь остаться. И Верак не может последовать за мной. И потом... У этого Верака без меня есть вождь. И сильный вождь. По крайней мере, более мудрый. Демона больше нет, но еще многое надо сделать. Вы про те новые машины, сбежавшие из котла? Да, огнеклыки. Налтук выслеживает их в грани песни. С этим я помогу. Не сомневаюсь, ты почти что банук. Похоже, ты все-таки не зря потратила время на банук. Барьер, бирюза, Гефест. Все это очень интересно. Значит, сигнал, пробудивший Аида, разбудила Гефеста. И они вырвались на свободу, действуя сами по себе. Похоже на то. Части Гии обрели жизнь. Аномальную жизнь. Превратились из мирных подфункций в мятежные интеллекты, которые мы не способны понять. То есть, пока не способны. Кем бы они ни были, они до сих пор живы. И они оба хотят твоей смерти. Ну, это у нас взаимно. Не сомневаюсь, мы еще услышим о Гефесте. Он изобретателен и целеустремлен. Он продолжит создавать свои машины. Значит, рано или поздно нам придется его остановить. Нам? Или тому, кто доберется.
Гефест не единственное открытие, которое ждало меня в зарубке. Я там узнала кое-что про совет Банук. Не надо, можешь не продолжать. Ты это сказал охотникам, которых за тобой послали, прежде чем убить их? О нет, Элой. Предупреждением я удостою только тебя. Мое прошлое и мои тайны – это мое дело. Заруби себе на носу. Хорошо, что ты умный, Сайленс, а то с таким характером друзей не завоюешь. Этот разговор окончен. Да он вообще не имел смысла. Увидимся на тропе.